Сегодня около 11:30 в бизнес-центре «Скала» вспыхнул пожар. Загорелся козырек здания. Пламя немедленно перекинулось на стоящий рядом автомобиль. Пока пожарные ехали на место возгорания, огнем оказалась охвачена вся стена здания. Сейчас возгорание потушено. Сведений о пострадавших нет. Пожар тушится уже примерно 40 минут. За это время удалось побороть огонь. Практически везде осталось только крыша. Вот мы сейчас видим, что происходит. Наша съемочная группа работает на месте происшествия. Подробности мы расскажем в ближайших выпусках новостей.